Да я насчет этого, насчет IRL стрима спрашивал. От легкой, конечно, Отвечал, максимально. точнее. Че, все, начинаем рофлить? А, Целая все победа сзади. развалили, изи. Не, Съели, надо еще убили, побеждать. блин, людей. Надо еще побеждать, это Люди хуйня. по полю бегают, мы их убить не можем. Не, нормально. Не, там далеко все-таки все равно. Го, трешки. Хуля. Или на очке. Я бы предложил Мирту или Сосно. Наки, его на тачку и в Милту поедем, а там по ситуации. Не понял. Это был рык просто, у меня плохой рык. Победный. Бля, вчера пришел домой, короче, очень мало спал. Пришел домой, часов 6 вечера, просто вырубило нахуй. Проспал где-то до часа. Хотел сегодня утренний потрубить по доте. Проспал где-то до часа. Проблема с серваком небольшой. Это твоя история, говорит, не закончилась такой ощущение. Утренний по доте не сросся. Нормальный утренний. Вечерний по доте. Не, вечерний по доте был нормальный, я вот там последний особенно. Реально. Сильно. А ты че, Игорь, не рекламишь пельмешки? А должен? Ну, почему бы и нет? Не знаю, никто им предлагал. Why not, как говорится. Пельмешки, может, и порекламил. У нас минус 10 человек уже на сервере, мы вливаем или там от чего? Да, подождем Слим пару минус. Минут. Нет, до 50, до 50, как это. Да, да, да. Лампа только что победили, вообще изи. Так по прямой нечестно бегать. Че? В догонялке или? Играем в ляпки. Да, ты галишь. Чего, блядь? Оп! Да я тебя достаю, в смысле, блядь? Полная хуйня. Какая дичь полная. Такую хуйню подбил тебя, я. Оп, мимо. Мне вот это вот больше нравится, парни, присоединяйтесь. Попался? Попался, я тебе дал. А, ребят, между тем 37 человек, я, конечно, ничего не хочу сказать, но... А, да, Голи. Я почти не поймал. Ради. Лампа, все, мы выпили чайку, а собрались и как теперь побеждаем. Когда в какой-то момент нельзя на земле было стоять. Лава. Я, мне кажется, тогда такой игры еще не было. Я понял про отчеты. Я тоже что-то такое припоминаю, но не помню название, тоже близко. Да, по-моему, так же, блядь, орали все эти полет лава, но... Не, там какая-то суть была, что в какой-то момент нельзя было стоять. Что-то... А, я вспомнил. Ну. Там, короче, бегал чувак, это обычные ляпки, но если ты где-то не на земле, то тебе нельзя заляпать. А, да. И, по-моему, он вслепую это делал, да? Не, типа на звук. Не, вслепую это пиздит жестко, не, минус зубы на хардкоре. Мы так играли. Ты что, ты сейчас золотой челюсти улыбаешься? Да, с стеклянным глазом. Не, серьезно, а какой прикол, ебать, как там играть в ляпки без, точнее, со зрением, это же хуйня. Без зрения, конечно, лучше я. Ну, типа, вы поняли. Ну, там, типа, долго нельзя было сидеть на одном этом, насколько я помню. Так, что делаем? Сейчас глянем, сколько людей вообще на составке выскочили. Я предлагаю, блядь, Липовку, блядь, никогда не ездишь. Да это вообще полный пиздец. Нам же дохуя. Можно, типа, сюда упасть, тачку взять и поехать направо куда-то. Интересует? Да, давай. Ну точно не в Мельт, потому что там уже будут. Окей. Можно вообще эти три кемпа залутать и под Симос сидеть. На мосту сидеть? Да, блядь, на этих кемпах, мне кажется, нихуя мы не найдем. На четверых. А вы точку вообще видите? А, вижу. Пока нет. Баги. Что ты видишь? Баги, да.
Я даже вижу там баги. Дальше еще баги стоят. Да? Да, это весь зеленый. Да, вижу, вижу, вижу. Сану летит тут, да? Окей, мы с Дэном на дальний. А, так вот, да, все нормально, тут две баги. Никуда едем? Ну, в Милтон мы хотели. Или что, стоп? Наоборот, туда мы не хотели. Ну-ка, там хотели Глиповку. Я, короче, предлагаю ехать сюда, а дальше по кругу. Просто подушкам разбились бы, двое вот эти, два меншины и ментовка, а двое в Глиповку. Рома, просто круг может где-то в деревне появиться. Успеем, я думаю. Может, получит транспорт на этом пути. Можно он челика сбить нас здесь. Да нет, он ну, с тобой лучший водитель Дикого Запада. Да, понял. Ладно, ничего лучше мы его не найдем. Ты, наверное, про себя сейчас говорил, да? О, нормально. Мы приехали, ебать. Здорово. Тут тачка где-то рядом была еще. Вот она, дача стоит. Просто присели, да? Присадочку оформим. Тут мы так на... Чисто брейк-данс выебали. Вы учили? Я хочу за вам атак. Ну, с коляской. Прямо. Тут тебя не спрашивают, кто просто едет. В рот? Чего? Мне ноги. Флака, Максим, спасибо, так, за Ресабыч. О, мы тоже, походу, все. Ебанутый, блядь. Нихуя! Работает ОМОН. Работает ОМОН. Ну мы на тюрьму проще. Давай, мы в Липовку. На тюрьму потом матч, если что, срыв. Этот самый, баги вообще бенз расходуют, конечно. Ох ты, знаешь. У меня плюс, а другой стороны крутится почему-то на баги, а так все нормально. И за ной стой, пиздец. Кто, блядь, придумал раньше этот звук ви-ви-ви-ви на баге? Бля, так скучаю по нему. Он не скучает спать? Нет, нихуя. Не, мне очень интересно, кто... Ну ладно, придумал, почему они не меняли сразу? И всех же жопа с этого горела. Заняты, блядь, другими делами. Звук, блядь, просто в инете скачать звук машины. И поставить другой, а не этот боссный. Звук машина. Это авторские права. Угу. Понял. Авторские права у меня на машину. Что, блять? Что, прости? Так, кому не хватает места, мне. Так тоже не хватит, да? А это хватило. Ты лутал ангар? Нет. А зря. Ну я тебе стал. Ну, у меня две МК не нужны. Смайли ХФ, спасибо за Ресабыч 8 месяцев. Пофиг, я думаю, я найду себе оружие. Четыре шестнадцатый. Рюкзак где найти есть инфа? Она мне ничего не скинула, кстати, самолет? Я смотрел, далековато скинул. Нам не скинул, не там, там люди будут стопудово, скорее всего, поэтому... Не удивлюсь, если он сейчас забагается и за зоны скинет. Вообще, за карту. Че тебе скинулось? Он уже скинул. Ну, потом и все. Еще мне и метку сейчас дам, если что. Окей. Кто до сих пор без рюкзака? Игорь. Внизу тоже не густо что-то. Игорь. Ой, зачем пытаюсь хейхи вообще брать? Я сейчас я слышал до хуя весь, да? Да, побольше. Ты все бутал? Там в ангарах. Да, да, да. А там нихера не было. Все, можешь выкидывать. Я там с гранатой бегаю, как бы. Я выкинул уже. Там серьезно? Арбалеты, пистолеты. Ништяк. Походу меншин пора. Походу пора. У тебя броник сырой есть хотя бы? Ну, первыми.
второй тут. И каска вторая в тут. В доме? Да. Это балдежно. Все на втором этаже? Да. А что ты? А сверху ты на ХГ ломал? Ой, лутал? Чего-чего? Лутал? Нет, с ХГ не обходил еще. А что ты? Да там ни хрена нет, я уверен. Нет, ты зря, там хороший дом. Шейдер. Че, поехали, мэшл? Да. Тут первый броник. Ладно, а, пути мастер... в эти заедем. Хороший дома. Мастерский. Тут два буста, ладно. Это неплохой дом. Лампа, потому что одни боты. Очевидно. Давай, жду тебя. Угу. А тебе по медицине что-то нормально? У меня две аптеки, бустов есть. Нормально. У меня нет только рюкзака до сих пор. А, вот, да, забеги в этот. Да похуй, потом возьму. Какой-то. Найдется. Как у тебя без рюкзака столько влезло? Что это? Обиван, да тебе все говно. Погнали. Ой, раньше этот участок был очень хороший, желтый метр. Посмотрим, что с ним стало. Ну, Мэншн, да, неплохо. Мэншн-то? Не-не-не. Обычно сюда высаживались и шли воевать на этот, на тюрьму. Выходим. Копы. Кабач, я там три дома не лутал. Который вряд одинаковый стоит двухэтажный. Надюш, рюкзак скажи, я брат. Я понял, уже. Хорошо. Калаш с патриками. Не-не, у меня уже по пушкам фул. Ну, а бэкпак. Нашел рюкзак? Есть, я тоже нашел. Ага. Блин, у меня столько всего влезло, и это все без бэкпака было. Куда же ты все это прятал? Жестко. Понятно. Иксовок нет, из плохих новостей. Ага. Кабач, тебе нужен почащенная наставка? Доставка? Ставка. Доставка. И ты затригерил Игоря, все. Пиздец. Сощечная доставка. О, третий броник. Привет. Плохо. Привет. Ты как? Нормально. Ебать, у меня аптека, 4 штуки. Пять штук. Е-бой. Валим дальше в мэншн? Да. Погнали. Бинты. А, это ты не лутал? Я как-то разошел такой дом и столько всего нашел, пиздец. Но это не тот раз. Не тот раз, да. Вторую каску не видел? Не, после пубга уже ничего не будет. Я так уже тут раз видно. Пизда нужен? Нет. Магазин есть. Надеюсь, не было умников, которые приехали в батю. Увеличено на сектор. Там вообще нам надо было бенс, наверное, взять. А чё круг? Так, мы в кругу. Нормально. Я взял бенс. Окей. Найс. Чё такое? Так, все, я рейда. Зано уже близко. Отсылочка сейчас была такая. Да, тоже об этом подумал.
Оу, май. Компенсатор. Бля, у меня 5 патриков заметил, то что маловато. Я могу скинуть. А, третий броник тут на гараже. Иду. Парни, вторая каска, если будет, я взял бы. Блин, там было в тюрьме нормально вторых касок. В тюрьме? Ну, да. Разве нормально? Ты меня одну нашел только. Не-не, я еще видел там где-то, ну, в ангаре. Я тебе ближайший искал, ну просто, мне кажется, сейчас тут тоже будет, поэтому... Не стоит туда ехать. Когда кажется. Креститься надо. Ну, да. СР есть код? Ага. Да. СР, да, у меня. А чё? Увеличенный нужен? Нет, он от АР-ки подошёл. Нам кабачи нужен, по-моему, от АР-ки. Да. Мы можем поменяться. А увеличенный от АР-ки тут на мне. Ты чё, ты скинул? Мне не надо. Окей. Okay. Пламегас есть на АР. Ебать, опять нет, эти графики. Компенса. Подожди, а ты где третий броник? А, все, ладно. В гараже сверху. Да-да. Говорю, компенс, наверное, есть. Но ты не подобрал после войны, да. Походу, никому не нужен. Ладно. Про магазин меня кто-то наебал, как. Я бы взял компенс. В том доме лежал магазин, наверное. Нет, нет, не компенс, а пламегас. В каком том? Чё? В каком том? В одноэтажном. С которого выбежал. А, вот помоги лежит. Мне. Сейчас дом взлутаю, помогу. Спасибо большое. А кто там обещал 5 патриков за конты? Да. Так, это... Бля, я сейчас подумал, это в следующий раз, когда та ситуация такая же случится, когда мы приедем, вылезем и сдохнем. Он будет кричать, я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак. Иди сюда. Давай. Смотрим. Ебать, у тебя патриков там 300, что ли? Да, 40-190 осталось. Я предлагаю вот этот участок занять. Помните, что там происходит вообще? Как по модному занять? У нас бенза мало. Хотя мы доедем. Доедем, да. Садитесь. А что, бенза залью, давайте я куда? Давай, заливай. По-моему, с пассажирского можно. Чё? Кто за рулем нашего сквада? Чемпион. Не, все, я по-серьезски какой. Mm-hmm. Так, по XM у нас сейчас все норм? У меня не понял. Ну, экстрим на SKS. Могу? Е-е-е, бой. Макс, не более. Чисто шаурма, ебать. Лаваш, ебать, закрутил. Могу взять на X4. Это да, что-то летит. На самолет собликает. Так вот, прямо на нас летит. Шаурма. Ты чё, новый чек? О, выбросил, выбросил. Лев, на 200, на 195. Окей. Мы опять едем только, на тачке на аэродром. Только надо немножко пораньше на выйти. 210, на 210. Всё. Далеко ехать? Езжай, метров 100. Уже в это надо выйти вот сейчас. Не-не-не-не, какой выйти? Пизды получше. Чуть правее. Едет что-то. Едет. Это не на него. Сзади. А он еще один аэродроп. А, они ну. На тот едут. Окей. А нас где? А, сейчас вон ты, го постреляем их, го постреляем их. Да-да-да, ща. Сто раз надо попасть его. Там не отжали. Го туда, отжали аэродроп. Куда туда? Ну туда, к нему, на аэродроп. Кабачи, останется здесь, мы поехали. А он не успел залутать вроде? Нет. Нет, он не успел, он обосрался. Он сразу же залез на мотоцикл. Чековат нам не хватило. А там, наверное, хуйня, он чекнул, скорее всего. Ну, кого-то не хватило, да, есть подозрение. Вот X15, ребят, надо кому-то? Да, тут тачка еще стоит. Тачку еще возьмем, сейчас. Так, а бачки увеличенный магазин спиздил, или кто-то спиздил меня увеличенный? Нет. Точно нет? Я армор третий спиздил. Хм. Так, а тут третий броник, что у нас никому не нужен, или что? X15 не надо? А. Это я скинул свой. Окей. У нас есть у кого-то без третьего броника, есть кто-то? Нет. Нет. Вы на тачке ехали? По нам с участка, с домов откуда-то. Да, с домов, с того сейчас. Блять, по нам оказывается. Ну да. Это по вам, а не по нам. Я и говорю по нам. Ну да, с этого участка. Да хуй всем. Вернется на тачке за нами, го в дома, который отметил.
На, бери тачку, я еще возьму. Возик. Че в дропе-то было? Гроза. Я не знаю, я не успел. Семерки есть у кого-нибудь? Ну такое. На дропе на этом есть немного. Было что-то вроде обойма. Я фловый, у меня сотка. Так. Идите за руль, что там хотел. А ты еще не имеешь? Давай садишься, поехали. Я не любитель. Так, на дропе у вас, который есть семерка, правильно понимаю? Да. А ты на чем-то доедешь до него или что? Да, на УАЗике. Давай, что там есть-то? Что-то едет, слышь. Это свой едет. Это свой, может? Окей, допустим, никого нет. Блядь. Чего? Не, просто. А есть глушитель? Не нужен, по мне дает сзади. Есть глушитель? Нет. Тут он залутан, кстати. Окей, найс. Что-то такое было. Щипет? Так, два увеличенных, один быстрого доступа, найс, раскинул здесь в доме на первом еще. Иду. На первом, говоришь? Чётко. С той стороны, откуда мы приехали, можно сейчас пойти. Че? Чекпада ни у кого нет? Нет. Жаль. Экстры выкидываю на первом, тоже есть надо кого. Я и положу. Ебать, мы в круге чётко. Ну, блять, потому что я придумал. Ебать, даблстар зашел, чисто спиздил. Прям для меня выложили. Едет что-то. Едут челы на 165. В гору. В гору? Они на нас случили? Не, на нас. Один на нас едет. Дрон. Ой, ну дрон что? А да, другой остановился. 185. У него мотоцикл перевернутый. У камней. У каких камней, блядь? А, да вижу дымится. Вижу дымится. Начало не вижу. Сейчас кто-то его пойдет поднимать. Он едет, слышите? Вон, он уже да. Едет к нему поднимать. Ой. Забирай. Нихуя не видно здесь. Нихуя не я видно. Я камни подтягиваюсь. Вы пушите или чего? Ну я поджимаю. Кто едет? Они сейчас едут, ты его едешь. Я еду. Ладно, я иду. Мотак вижу, чела не вижу. Я с тобой бегу. Я никак. Земля пухом, блядь. Понял, блядь. За камнем они или что? Я не видел. Я просто развернулся. Я понял. Гранаты какие-то. На ты я кинул. Ты Игорь кинул. А. Где они есть-то там, блядь? На лоу-граунде прям что ли сидели? Ну. А, там вижу, вижу. Убегает один. Дал он дальше. Я тоже дал. Больше нет. Не балом торгует за. Блять. Раз ебал дал. Ебало дали. Чё-то он живучий какой-то. Как он так живет? Для человека, который получил удар в ебало. Один за следующий. А что, в кейхе? Влазит снова. А, вы по-другому даете что? Не-не, за камнем перед тобой, который там был в самом начале. Мне в голову дал. Одного нокнул за камнем. Одного нокнул там. Нас занялся. Это вообще другие типы или что? По мне другие давали. Да. Есть поднять? Она перебегает дальше. Закон, надо тебе поднять там нашего бойца. Ну так. Я к вам сейчас возвращаться буду. Возвращаюсь к вам. Один нокнут. Ну я нокал, вы не знаю. Там двое нокнут. Я вроде тоже нокнул. Двое, да. Они тоже поднимаются. Для всем в одном доме сидит зашквар, конечно. Интересно, тут был шлем где-нибудь? Никто не видел? Не, я не видел. Я в этот дом. Возможно, вот где Игорь, там первый, я не помню. Игорь, там, не там. Самолет летит на нас опять. Самолет у меня первый есть. Да, на мне. Окей. Сейчас третий падает на нас, смотри. Падает? Да. На 210. Прям на гору. Четко.
эти челики будут воевать за него, наверное, не знаю. А я чекаю их, не вижу бы. Так что мы идем за ним? Они за камнями на очко присели. Да нахуй, да хуй нужен, у нас все есть. Ладно. Там скрипов все дают. Эти уже бегут вдвоем. Кто? Не, я не бегу, я чекаю забор. Я чекаю аирдроп, я думаю, может кого-то там подловить. Не, я тут не пойду, один. Не настолько уверен в своей игре. Своя игра. Блин, по на краю круга, господа. А он так отлично, сейчас на нас должен попасть. Я взорвал им атаку. У них второй есть. Ну они втроем же не въедут на нем, правильно? Если он только не трех минут. Ну там баги стоят, надо колеса въебать. Секундочку. Кому вы стреляете или что? Я по баги. Колеса. А у аирдропа на 215 два чела. Я не вижу их с первого. Они съебали право уже. Листве. Ну, у меня здесь охуенно все видно. На него лутанули, походу, съебались. На высотку шли стрельба. Челик бежит прям по полю. Так, вижу чел на 10. Ноги попал сразу. Четко. На 310 челики бегают по полю, но тут деревья плохо видно. И по нему тоже стреляют. Очень жестко. Сейчас какой-нибудь хуй с горы к нам придет. На 195 там где-то вдали ебей. Нам нужно зад, за жопу чекать, зад. Ну, оттуда должны идти. Я как-то разрываюсь немного. Данечка, а ты не хочешь этот дом занять? А рядом со мной красный. Да и там нихрена не видно за деревьев. Там перед ним деревья. Идет уже. Ничего просто не видно. Я один чекаю 180 градусов. Не, ну я жопу чекаю, это как бы сейчас выйдет. Там Игорь с кабаком. Так они еще в другую сторону смотрят. Ладно. Воу-воу. Сзади, походу, никого нет. ССВ, хуечит, с горы где-то. Сзади, короче, никого не вижу, и зона уже подходит. Вроде никого. В горах какой-то фан. Минировка. Едет что-то на нас? Что-то едет. Да, из зоны. Не на нас, мимо. Не стреляйте столько, я вас прошу, блядь. Почему? Они тормозят? Они тормознули? Да, можно в спину просто пойти. Я бы их выбил, если они стоят. Нам как раз это дача на 220 приехала, которая или что? Да, вниз один бежит правее, видишь? Да, один лежит там что-то. Они бегают там вообще по фану. А убил. Движение. Где второй? За деревом там на 220. За деревом 245. У нас разные. Я на него бегу на 220? Да. Может хуй у него и в круг нам? У нас минуты всего, ребят. Так круто, давай близко. Вот. Кемп как раз наверху, да? Можешь занять. Окей, погнали. Там еще есть люди. Сверху, да, видел что-то. Или показался. Там кемп занят, ребят. Нужно будет сейчас уебнуть. Там челка распрыгает. Я одну, очень красным оставил одного. А, тут чел передо мной, за деревом. Ну да, про него и говорили. Уебал его? Нет. Гранату дал. Ебать ты, нельзя, конечно. А, вижу тебя. Убил сразу. Все, да. Он последний, второй. По мне стреляют. 185. Да. Там. Так, может, правее дойдем, просто зайдем в зону? Может, разъебем его, нахуй. Ну, смог просто стреляет.
А их там много, кстати. Там дохуя. Я фулбу сделаю. А, они не в круге там. Может, сместимся там в круг и с круга? Там у деревьев трутся. Пошли, давай сместимся. Давай. Тут вторая каска фуловая, ну, потому что надо, потому что. Ну, мне надо. Бусты юзаем. Я камни присунусь тут. А как нас в спину не въебали? 8 бустов у меня маленьких могу дать. Я фулбусты банал, делайте тоже. Буститесь, гудцы. Не вижу никого. Я предлагаю, да, спину посмотрите, чтобы круг закрылся на нас. Да, надо повыше, потому что зайти. Они могут на хг. Они здесь в кемпе, короче. Будем что делать? Они стреляются с другими. Они стреляют с кем-то. Которые... Ну, мы сейчас под шумок можем уебать. Давайте подожди. Ебать, щепки полетели. Ну кем штурмовать, я ебал в рот, честно скажу. Давайте крупнее. Ебать, там делает. Вектор. А, я вижу чела на В, нокнутый. Не, вот что-то, судя по килкам, я хочу их штурмовать. Че, пробуем или чё? Да, хотя мы... Круг не тут. Ну так, осторожненько. Без этого, без фанатизма. Угу. Почекаем, типа, с пригорочка. А, я вижу чел на СВ. За деревом. А, вижу. Голову дал. Тут чел близко. У желтого дома левый, желтый. Внутри же есть. Ебать. Граната. Капач. У меня пухом. Меня зацепил, парни. Смоки под собой скидывай. Поднимешь, брат? Поднимай, ну не спаси, ты чего? Блять, тут ебут. Нас просто грохает. Нас просто хаешь. Нас закрывают два. Бегает один. Я понял. Поднимешь, мы в смоке. Как раз поднимем? Там вас штурмует, типа же. Да. Как он, блядь, живет? Ты убил. Тихо. Вон он. Еще друг его слева от меня. Не, ну хаешками нас знатно захуярили. Не, ну в такой ситуации, типа, поднимать своих — это полная хуйня, там никакие смоки не помогут. Не, поднимать своих — это полная... Я еще не понял, что вы начали по каким-то левым типам стрелять? Жиза. БТВ. Когда мы стоим рядом с кемпом, в котором люди... Так инфы не было сначала, что они там есть. Мы изначально шли его пушить, нет? Потому что там стрелялись. Ну да. Испарились они и исчезли. Кто знает, может, я стрелял по тем, кто типа в этом кемпе был, они, может, могли же съебаться просто. Есть такая логика? Да не, не могли не съебаться. Ну гранаты там пиздец порешали все. Я просто за секунду уронил, там какой-то пулемет или что это было. Похоже на пулемет. Че, как летим? Оу, май. Предлагаю тачка и трешки. Охуенная идея, спасибо. Не за что. Вот скотина. Зачем ругаешься? Их позвали меня в кальянную, потом сказали, что они... До полвторого только. Мне что-то впадло на один час ехать. Это. А теперь выкладывать сторис, как они кальян были. Тварь. А ты насколько хотел в коленную? Ну блин, на час ехать что-то совсем параши. Мне ехать почти час в сумме будет. Ну да.
Я буду дальше лететь, кто-то вниз. Лучше ебануть на открытом дома. Короче, кто-то ближе, кто-то дальше, я из тех, кто дальше. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Чё, всё? Я дальше не знаю. Ну вот, отличный вариант. Это уже какой-то дембеля начались. Блядь. На 1 января справились. Подо мной тип летит. А я не вижу тачек. Я тоже не вижу тачек. Похоже на очень плохую музыку, скажу. Даже лодку не вижу. Па-па-ра-па-па. Похоже на замес в контейнерах. Похоже на какую-то полную хуйню. Так нет, ты один пролетишь. В контейнерах. Какой замес? Да, блядь, тачки похожи. В смысле один? Я понял. На туре? Ой, на трёшке тогда. Понял, ебать. Ты на контейнер приземлился что-то? Ну, я дальше полетел просто. Вообще? Ладно, лети. Я бегу пехом дальше. Вот и поговорили. О, арбалет. Возьму, пожалуй. Да, Марвин знает, называется читы. Надеюсь, не по вам? Нет. По панди NBK. Бля, просто ни одной тачки. Хуительно. Не, может там дальше есть? Там чел что-то всех разъебал. Жаржоп, ты пошли ковать жаржоп, или я не знаю, что делать. На контейнерам точно проход закрыт. А на трёшке? Слушай, закон. Да. Я там вижу трёшек, какую-то тачку. Понял. Меня подберешь? Дальше. А то я этим да? Так пизда. Так ты добежишь, нет? Я, да, наверное, добегу. И в чём победа ползла? Ну, как упадёшь, ебать, я с тобой заеду. Угу. Дарк сосуп всех разваливает. Отличный ник. Мы, кстати, в круге. Из хороших новостей. Чё? Ты чё табнулся в Дискорд? Указан. Картинка. Чайки, блядь. Мотивационная? А, ну ты глянь. Да, я видел. Тебе понравится. Чист нашел X4. Как нехуй нахуй. X8. У меня X6, X3, компенсатор и арбалет. X15 нашел. Моя любимая — это X4, X8. Все, все остальное не дра. Сори, если кого задел этими словами. Я думаю, прицелом не обидно. Кому обидно. О, КМ. Приветик. Что-то я помню, раньше угловую рукоятку очень любил. А потом отель изменили, только эта хуйня такая произошла. И все. И она в прошлом. Понимаете? В прошлом тут только самолет с облепихой. Ебать, так тут за лутенджер жопы. Ну еще и че, реально? Да пошли баги, садимся, уезжаем нахер отсюда. Текайте нахуй отсюда. Где вы нафилите, ебал ваш? Где-то было баги, я видел. А, вот. Не, просто я с арбалетом не очень хочу воевать. Почему он баншотает так-то? Хорошо. Я тебя скину. Видео, как он баншотает? Не, кабачки так не работает. Лямочка. Люблю лямочку. Так а как мы к ним проедем?
Ну, только вот так. А вы не можете чисто через воду съебаться? Не, мы просто можем, как Игорь бежал, вот именно, ну, ты понял, вот там вот, под горой. По-другому мы не проедем, конечно. А, вы на машине. Либо просто я не проеду. Просто езжайте, ебать, забейте хуй и все. Ебать, ты чё пугаешь? Я просто попробовать, как куда полетит. Кто при... Так, подожди, а тут меня высадишь или чё? А, он... Я боялся, мало ли там есть люди. На очке, то есть? Тут дача, кстати, капец, сколько у вас стоит. Три вазика, одна дача. Да, у нас все хорошо с тачкой. Это наши тачки. Чё-то поссать приспичило. Понимаете, о чём? Да. Вот что за рофлы, ребят? Лол, на СКС вешается компенс на АР. Да. И на полуавтоматическую винтовку это тоже. Ребят, скажите, кто рофлит, честно. Ой, чуваки в контейнерах на меня смотрят, ребят. Ну вот в этих. Ладно. Видимо, кто-то молча рофлил. Ну кто у тебя рядом? Рядом со мной пуля приземлилась. Это не я был. Честно. Закон. Не-не. Значит, это была вражеская да. пуля. Нет, это была вражеская. Потому что они в этом контейнере. Есть кого 416-го вообще очень срочно надо? У меня на калаш компенсатором, да. Не, вроде нет. Но у меня есть, но я пользуюсь. Зачем тебе? Побегать с ним. Ну давай, я тебе дам свою. Ну, погоди, Маш, найду. Так, в смысле от нас пейс? Ладно, нахуй. Да, вот нам... у меня есть. Бомбами. Ага, бегу, бегу. Икс 3 тут рядом, если интересует. А ты чё по прицелам? А чё тебе надо? Я бы принял. У меня X3, X6, X8. Мне ничего не надо, может я говорю, что надо? Не, мне ничего не надо. Окей. Мне можно X8 или X6 отдать. Это. X4. Мне вторая каска нужна, ребят. Мне нужен армор хоть какой-то. А что такое? А что ты ебля? Походу я ничего никому не отдам. Кто тебя запушили, что ли? Панда NBK, да. Но не крались, походу, не знаю, не слышал вообще ни хрена. Мне кажется, их надо ебать в ответ. Кстати, панда NBK дохуя людей там убил. Так что, возможно, это задр попытся под какой-то. А много пятерку у тебя, закон? Боже, как же злой, я просто лутался без непризаряженным калашом, боже. Подкрадывается. У тебя есть? X4, да, лишний? Да, у меня, давай скину. С левой стороны подкрадывался, подсякивал. Да, убивало. А, видел. Ну сколько подкрадывался-то? На СЕ, в ангаре левом. А в ангарах? Да. Ну, он, по-моему, там не один. Ну, их минимум двое. Будьте бдительны. Чекаю левую сторону, короче, а в правую. И чекайте окна еще, не забывайте, там можно залезть. Там удал плотного. Вообще плотного. Инфу. Там удал плотного. Они нормально вообще? В правом ангаре выглядывал и в левом. Ты что вообще чекаешь там? Я левую сторону чекаю, левый ангар. Ну, он выглядывал из него в наглую. Как бы да. Может, мы про разные? Не думаю. Прямо из мейн входа в наглую чекал. Так он, который отдельный ангар или который двойной? Чего, блять?
Один, который в отдельный, второй, во втор... который двое в дальнем. Успокойтесь, я что-то рот ебал их так ждать, ну, если там... честно. Ну, можете лутаться, что. Но у меня все есть, как бы мы в круге хули еще. У меня тоже все есть. Надо их выебать просто. А, кстати, жопа на МК есть? Ну, у меня надета. Ой, вижу, один забежал в ближайшую к нам. А че, пятерок много у вас? Давай скину сейчас. У меня ноль. Ну, у меня 70 просто. За ангаром бегает один. Ближний. Так. Давай. Четко. Блин, на спейс ебал. За ангаром бегает ближним. Ты куда, брат, погнал ага. Вообще? Топал. Вот это план, ебать. Маражим их? Нет, ты ебанулся по полю, что ли, побежим? Двое в медовом ангаре бежащих там. У нас тачка есть. Ты, блядь, ну это полная хуйня. Я просто я хотел на гору туда, типа, заехать. Ну они тебя там нокнут, и мы тебя не поднимем. Блядь, один конец. Вот я тоже так думаю. Нокнул одного. Четко. Ну, по никам их точно трое минимум. Короче, понял. Давай кабачек будет поджимать, и мы вдвоем поедем. Это будет давай. Грамотно. Садись за ролик. Ебал. Понял. Не хочу на себя такой тест брать. Справа можете въехать, их компенсатор сделал. Нужен тебе, кстати? Да, тоже потом. Блять, в один внутрь забежал. Кабачок только не ног, если надо. Давай отсюда глянем. Компенс, давай. Четко. Один пробегает. Они все трое бегут. Давайте отстрелим. Двое в этом. Я ебал. Двое в ангаре. Как бы попасть. Там. Да, это видел. Боже, как можно быть настолько хуёвым? Видишь, да, бегают? За этой? Да, я видел. То, что я хуёво видел? В ангаре... Ой, то, что он без каски. В ангаре бегают двое ещё. Они закрыты. Блядь, с этим можно разобрать. Мне дают. Живи. Но этот не убежит вроде как никуда. Так обойди его, флангани его. Не хочет, право? Да, я сделаю так. Я пойду. Он, они в ближайший или в дальний этаж? В дальний. А, в дальний. Почему ближайший? К нам были, нет? Нет, но ближе к вам ближайший, от него дальний. А. Блять, вот эти я спрашивал. Блять, он меня заметил, походу. Хуёвая новость. Ну, а у него нет выхода, он там в любом случае будет сидеть. Ебать, я снайпер ебаный. А, нет, есть у него вариант. Только не нафить, я... Кабаш, тяжешь. Немного. Ебал, твой... Гранату дает. Помоги, помоги, ключу, гранат. Блять, откуда? Это этот хуй, что ли? Какой хуй? Я стрелял по ним. Не, по мне отдали. Короче, смотрите эту сторону, скажите, если побегу. Я хуй убеду на какую сторону. Нет, не смотрю, Игорь бежал. Вот а что ты да, не оказался, да? Мне же оказался. Ты показалось, нет? Ой, вот это хорошо, качественно. Этот кончился. Блять, говорю, смотрите. Да никто не смотрит, блядь. Я смотрю, ангар. Поджимайте тебя, поджимайте, кабач. Пизда, кабач. Пизда, там с двух сторон сейчас его. Опа. Поехали. Поехали. Ищи. Блять, внутри ангар очень красный. Сейчас меня добьет. Это панда NBK. Ты зря их поджимал вообще, надо с расстояния просто их ебашить, и все, они выебутся. Там что-то приехал, кстати, еще. Один нокнутый, один очень красный. Я, да. А как вы их не убили? Они же просто по мне в наглую бежали. Ну, Игорь поменял позицию. Я другого убивал. За тебя тачка, не? А, это футбол, я понял. Хайх есть? Я кинул уже. Близко где-то. Слева был. Какого лева, блядь? Я пробую хай. С правой стороны. Живи. Будет бать, гроза? Бойся, гранату дал. Как гроза, блядь. Тихо, я хай дам сейчас.
Блять, серьезно? Живи, брат. Я в сейве нормально. Хорош. Один обходит справа, справа! У меня! Вот сын дерьма ебана. Я забанил. А, я понял, у меня ни броника, ни каски, нихуя. Ты дал инфу, это самое главное. Ну ебать копать. Как он мне дал жестко. Ну мы разъебали этих типов. С небольшими потерями. Бля, если бы я не был таким ретардом, криво. Да мне кажется, их вообще надо было поджимать. Ну пусть они сидят в этом. И хуй с ними. Что-то побежал куда-то. Сами херовые, и судя по перестройкам, у них никого нет, ни броника, ни шлема. Так, тебе X8, X4 не нужен, да? Нет, с последним, которым я стрелялся, с него было. Мне нужен шлем и броник, блядь. Ебал голову на мне. Шлем есть здесь. Там кряк есть, если чё. Первый. А, да, кабачок. X8 тогда надо будет, я кряк возьму. Там в трупе есть. Так, это вот так, это вот так, это вот так. В каком? А, вот здесь. Первый ты говорил, да? Не умирайте. Очень прошу вас, не умирайте. В колено я поехал? Нет. Я пойду по... А где кабачок, где крик? Подумаю. Внутри я вздох. Вот он здесь. Глушить тебе нужен тебе? На чё? На AR. Давай. Ладно. Что-то для тебя надо. Я как бы не особо. У меня компенс есть. Половину похуй. Первая каска, рядовый первый броник, привет. Так, там бинты еще да, у нас тачка есть, давай сгоняем сюда, плутаем домики по-братски. Сейчас. Где тачка у нас? Ага. Какие дома? На метке. Главное, чтобы там людей не было. Я предлагаю вообще в круг пешим и на год. Тебя нашел че. Лишь бы никого не было. Ты. Пешим. Хотел, да? Скажи, если найдешь там каску или броник. Угу. Мне похуй какие вообще. Ну, кроме первой каски. Первый вниз. По самолет с облепихой. Нам он ничего не хочет кинуть? Там через нас. Мне кажется, хочет. Ну, он, наверное, уже смотрел. Посмотрел бы. Да я посмотрел. Нихуя. Ничего не было. Хуёво. Да, в дальние дома желтые. Быть вот. А, нормально, там реально человек с АВП с ход стоит, я понял, как он идет. Первый раз видел? Видел такое? Да. Не, ну прям вот когда издалека смотришь, реально похож. Так это и есть человек с АВП. А, в смысле, нормального человека похож? Ну да. Пойдет. Наверное, близко зоны. Радбульчик, аптека тут, аптека уже до пизды. У меня одна еще. Да? Ну, я тебя скину. Шо ж ты молчал? Чел вот здесь есть, иду. Около меня. Иду. Брати, живи. Где около тебя? А он меня не видел. Передо мной прям, да. Вон бежит, видишь. Вижу. Я глушителем буду давать его. Да, я его не вижу.
Ох, блять, он же не один здесь, по-любому. Он давал плотно. За дерево спрятался. Беги ко мне. От тебя слева закон, от тебя слева сейчас будет. Челик вот этот коцанный, который Игорь очень сильно ему накотал. Беги, беги ко мне. Вы не в круге, напомню. Да, сейчас мы с ним все вместе. Подтягиваешься? И ты залет тогда? Low ground здесь. Кто интересен там? Я могу просто... Вон бежит все справа, Игорь. Да, там low ground у них. Нам круг надо, брат. Я бежал, прибегаю немного. Нас сейчас палец, скорее всего. Давай правее возьмем. Давай. Они там в круге, скорее всего. Все равно броня пиздя. Куда? Бац. Там у пульки не хватило. На их тут сквад целый пирная. Че там кабачку курил, не филить? А куда он уебал? Я так понимаю, святое место для мужика с телефоном. Угу. Может, ему стоит написать там ВКонтакте? Возможно. Но он не в сети. Но я напишу, попробую.